Всем привет! Мы гуляем по Самарскому лесу и сейчас стоим на точке с координатами 48.6602-35.5386. Вот, и сможете ли вы вычислить, в каком направлении мы идем, какой наш азимут движения? Мы идем по прямолинейной дороге по солнцу. Значит, время, солнце сейчас находится сзади нас, ну, градусов, можете сами оценить, где-то 5-10-15 градусов. А, значит, время у нас сейчас? 11.54, а дата у нас? Ой, дата даже, этого дата. Не помню. Дата сегодня число 18 или 19 января 2020 года. Попробуйте на основании этих данных вычислить азимут, в котором мы идем.